акция «Renault Megane и Renault Fluence». Скидка, кредит, автомобили в наличии. Звоните 555-969. Они – самое дорогое, что у меня есть. Они всегда были рядом и помогали встать на ноги. Я никогда не забуду их теплоты и заботы. Теперь я помогу своим родителям. О себе я уже подумал. Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз». Узнайте больше прямо сейчас. 8 800 200 14 29. Прогноз погоды представляет негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз». Надежный фонд для вашей семьи. Узнайте больше прямо сейчас. Звонок бесплатный 8 800 214 29. В предстоящие сутки показания барометров на юге Западной Сибири начнут падать. Это скажется влияние теплого атмосферного фронта. Поэтому завтра облачность здесь уплотнится, постепенно переходя в дождевое состояние. Ветер заметно усилится, а температурный режим окажется в пределах своей климатической нормы. В сети магазинов «Диски мира» зимний сезон. Новое поступление шины дисков. Здесь всегда есть из чего выбрать. И на чем остановиться. Прогноз погоды представляет торгово-сервисный центр «Диски мира». Вниманию водителей! Большой ассортимент зимней резины и надежных дисков к ним. Шины и диски. Твердая уверенность на дороге. Днем по округу облачно-дожди, на востоке с прояснениями и преимущественно без осадков. Температура воздуха по округу от 2 до 11 градусов выше 0. В Сургуте и окрестностях преобладание облачной погоды. К вечеру начнется дождь. Ветер восточный четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4,6. В окрестностях города 2,7 выше 0. Салон «Мехов Греция» неизменно для вас. Все самое лучшее. Стиль, дизайн, безупречные лекала от итальянских и греческих мастеров. Роскошная коллекция шуб из меха норки, пальто из каракульчи, стильные жилетки из меха лисы и норки, итальянские пуховики. Салон «Мехов Греция». Идеальное соотношение цены и качества. Город Сургут, Университетская, 7, Ленина, 16. Прогноз погоды представляет салон «Мехов Греция». Неизменно для вас все самое лучшее. Новинки меховой одежды из норки, лисы, каракульчи. Салон «Мехов Греция». Идеальное соотношение цены и качества. 2 октября солнечной активности геомагнитное поле спокойное. Атмосферное давление будет падать и составит 756 миллиметров ртутного столба.